профессионально мы уже делаем. Оп-опа, бельку туда-сюда, спичку зажигаем, одну окунаем. Быстренько все делаем и ложимся спать. Вот такой вам лайфхак. Как быстренько уснуть, ни о чем не думая. Не боимся огня. Все мои проблемы в том, что я боюсь огня. Мне нужно перестать это делать. Хотя машины и огня я до сих пор боюсь. Кап-кап-кап, третий дубль идет. Мне не страшно, оно не взорвется мне в глаза. Я прикрылась просто этой. Просто не растворяется реально сахар, получается какая-то фигня, блин, вообще. Я не знаю. А! Я красавчик. Учитесь, учитесь. Вот так вот надо, вот так вот надо. На старости лет. Все четенько. Но мне кажется, надо чуть-чуть его, может, помешать. Тут столько сахара остается на дне вообще. Все, пьем. По бейрику. Ага, горячая. О, хоть первый раз уже почувствовала, что горячая. А то первый, второй дубль вообще ни о чем. Фигня какая-то перепуганная. Сейчас я быстренько это выпью, запью и все. И я буду готовая. Как после валерьяночки. Ой. Вот это и остальное я оставлю на победу. Я не буду это пить. У меня вообще тут очень много, если честно. Я вообще как бы не пьющая. Вот мне было 32. Поэтому у меня до сих пор как было, так и осталось. Стоит. Не исчезает, видите? Не выветривается. Вот. И эта фигня пойдет в коллекцию. Когда-нибудь я снова это выпью. Я думаю, очень скоро. Ой. Ой. А вы знаете, уже третья пошла вообще, как так и надо. Первые две ужасно, а третья уже привычно что-то. Мне кажется, уже понравилось. А может и нет. Ну, что-то непонятно. Непонятно.